Потихонечку готовимся к разбору альбома. Потихонечку готовимся. Вот клипец уже, да, на трек-шоппинг вот сюда воткнули. Далее, да, это у нас здесь что? Тише, 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 тише. Это у нас здесь, конечно же, тизер, вероятнее всего, альбома, который тоже мы посмотрим потом, немножечко позже. И все, да, все. Из видосов у нас больше ничего нет. У нас есть клип на трек-шоппинг, который идет у нас на альбоме третьем, да? Понятно. Что-то мы слушали из этого? Или это все прям вот все-все-все максимально новое? По названиям что-то ничего не помню. Слушали ли мы что-нибудь? Не знаю. Спалил фон все, что только можно. Да не, брат, что я там спалил-то? Немножечко совсем. Все новое, да? Язык тела. Да? Вроде ничего не слушали. Вроде ничего не слушали. Буду так аккуратненько, и с мандарины вилкой. Чавкать там. Буду стараться этого не делать. Так. Очень плотно входит этот человек в стиль. Знаете, как это понятие отличить? Когда мы начинаем слушать других ребят, вот нам приходят фрешмены, донатят на треки, или мы слушаем ребят каких-то на фитах, где-то у кого-то, и мы такие, о, это как Foreign Way. Это главный показатель того, что человек нашел свое место на рынке, нашел свое место в наших сердцах, нашел свое место в стиле, в звуке. Когда мы уже говорим, что кто-то делает как он, все, этого достаточно. Следовательно, он уже не является там каким-то фрешменом, вот эта вся история. Нет. Вот как мы Шайни разбирали, да, альбом. Уже нет ощущения, что мы там разбираем новичка индустрии. Нет. Хоть это не прям супер-пупер там тир-1 артист, который прям вот уже там стадионы взрывает, да, в Москве там все, короче, бушуют, города прыгают, вызывают землетрясения, да, как в некоторых концертах, некоторые города, ну вы поняли. Но это с точки зрения звука, с точки зрения возможностей, как будто бы артист такой прям очень солидный, который вот от которого мы ждем качества. То есть... Если говорить по ожиданиям, у меня в голове альбом 70+. Да? То есть это должна быть крепкая, увесистая работа, без лишних треков. Что там? 10, да? Нормально. Нормально. Просто в голове такое, да, ощущение. 22 января появилось первое упоминание релиза в трек-листе Foreign Way 2. 12 декабря в своих соцсетях Foreign Way показал первый тизер альбом Friends. Альбом представляет собой разноплановое... О! Разноплановое видение артиста в музыке. Можно услышать как мелодичные треки в стиле старого творчества, так и новые репрезенты в более современном звучании. Сборник по-разному сведенных треков, да, нас ждет. Нам мягко намекнули на это. Если так, то это плохо. Если все-таки целостность звука сохраняется, то это ок. Потому что эксперименты это в порядке, да, вещей. Опять же, да, не сравниваю творчество. Просто из последних альбомов, где мы это слышали, была разная история. У New Light Child была история, у Shiny была, у Уджи Будды в Пох вообще, да, были истории. Там и Type был, и лирика его была фирменная. Разные абсолютные вещи, разные. У многих артистов разу. У Скали Милана альбомчик слушали, вообще разные фактически микстейп. Хотелось бы, чтобы все-таки как, какая-то идентика оставалась, да, чтобы какое-то ядро было, что это вот артист, да. Вот один артист у нас. Вот такая вот обложечка у нас тут. Ясненько. Шопинг. Море, море. Хай Солджер, Прокси. Бонус трек. Фрэнси Пи. Эпишечка, да, это? Эпишечка. Он ее позиционирует сам как ЕР. Но если это ER, тогда это, наверное, оно и есть, да, с точки зрения сборника все-таки. Ежели это ER, то это сборник. Ну, давайте приступим. Форен сам все сводил. Да, это прям база? Или это просто вы прочитали друг у друга в чате и такие, типа, ебать, Форен сам сводил. Lil Uzi Vert. Кстати, разыгрывает, да, сейчас он, по-моему, свой копию своего бриллианта.
Слушай внимательно, что нам предлагает Форен? Тот самый, который... Ой. А он нам предлагает Friends. Это я вам зубы заговариваю, да, пока альбом еще на площадках, а то что-то я его не открыл. Все, погнали. Лилузиверт. Бэм. Да, супер. Уже нравится. Ты слушаешь RX Sound. Я самый высокий в этом городе. Погнали. Выше облаков я с астероидами. Я качаю людей, как будто стероидами. И со мной мой гэнг здесь, мы стали животными. Чапельный машин сироп. Здесь оделся в фиба порш. На мне фарба как Фенди Гло. Они пизд мой стиль, я меня флоу. Я панишер знает, лил фор, лил гол. Я бегал от фэнов, как лил зивер. Я тут белый, твоя сука, да стоп. 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 Она потеет, бро, это не спорт. Я самый высокий, бро, это не спорт. Даже не помню сейчас свое лицо. Но я запомнил сейчас ее лицо. И та разобрала мой телефон, тоже я 300 км, бля, сейчас шел трейном. Линта первая, сана вторая. Делаю милое, делаю тупое. Еще не первая, малыша вторая. Еще не первая, малыша вторая. Не мечтал быть кем-то, только быть собой. Я самый высокий в этом городе. Погнали. Выше облаков я с астероидами. Я качаю людей, как будто стероидами. И со мной мой гэнг здесь, мы стали животными. Чапельный машин сироп. Здесь оделся в фиба порш. На мне фарба как Фенди Гло. Они пиздят мой стиль, я меня флоу. Я панишер знает, лил фор, лил гол. Я бегал от фэнов, как лил зивер. Я тут белый, твоя сука, да стоп. Почему-то очень сыро слышится Foreign Way. Такое ощущение, что старый трек жестко. Ну, то есть он как бы совсем на другом уровне биты сейчас. В этом городе. Вот это все. Выше облаков я с астероидами. Я качаю людей, как будто стероидами. Стероидами. Даже стилей вот это особо не прослушивается. И со мной мой гэнг здесь, мы стали животными. Бля, просто норм, честно. Просто норм. Чапельный машин сироп. Здесь оделся в фиба порш. На мне фарба как Фенди Гло. Они пиздят мой стиль, я меня флоу. Я панишер знает, лил фор, лил гол. Я бегал от фэнов, как лил зивер. Я тут белый, твоя сука, да стоп. 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 Она потеет, бро, это не спорт. Я самый высокий, бро, это не спорт. Даже не помню сейчас свое лицо. Но я запомнил сейчас ее лицо. И ты разобрала мой телефон, тоже я 300 км, бля, сейчас шел трейном. Линта первая, сана вторая. Делаю милое, делаю тупое. Еще не первая, малыша вторая. Еще не первая, малыша вторая. Не мечтал быть кем-то, только быть собой. Я самый высокий в этом городе. Погнали. Выше облаков я с астероидами. Я качаю людей, как будто стероидами. И со мной мой гэнг здесь, мы стали животными. Чапельный машин сироп. Здесь оделся в фиба порш. На мне фарба как Фенди Гло. Они пиздят мой стиль, я меня флоу. Я панишер знает, лил фор, лил гол. Я бегал от фэнов, как лил зивер. Я тут белый, твоя сука, да стоп. Стоп. Она потеет, бро, это не спорт. Я самый высокий, бро, это не спорт. Даже не помню сейчас свое лицо. Но я запомнил сейчас ее лицо. Окей. Облаков я с астероидами. Я качаю людей, как будто стероидами. И со мной мой гэнг здесь, мы стали животными. Да, то есть перебирание его слогов. И со мной мой гэнг здесь, мы стали животными. Чапельный машин сироп. Здесь оделся в фиба порш. На мне фарба как Фенди Гло. Они пиздят мой стиль, я меня флоу. Я панишер знает, лил фор, лил гол. Я
бегал от фанов, как Лил Зевер. Я тут белый твоя, сука, да стоп. 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 Она потеет, бро, это не спорт. Допустим. Я слышал, во-первых, отдельный капу, да, от инструментала. И перебирание слогов я вижу ненативными, к сожалению. Сам инструментал мне пиздец нравится. Все, что могу сказать. Слушаем дальше. Let's go. Я схожу с ума буквально, веря пару лет от X. Она дает мне сына, вы то, потом это кейс. 2 миллиона только на лам, я принял в СЛС. Кажется, я разобью сегодня СОС. СОС. Я не чувствую свое лицо, СОС. Я реально мог сесть на окна ДПС. На мне больше топинг, сука, будто КМС. И я исчез. Мне стало скучно, где мой конкурент? Каждый день на твоем блоке, где мой оппонент? Звонил тебе столько раз, но ты не абонент. Час славы, но у тебя тут только момент. Ловлю Крис, у меня 9 жизней, у меня не одна. Луи Джинс, она сняла их, она дождалась кровать. Новый вызов, у меня много детей, мне нужно их воспитать. Да, они сами со мной, моя хомая, блядь, и мы сходим с ума. Сходим с ума, тут только чистые суки играют. Похуй на то, сколько я потерял, у меня наши большие контракты как раз. Парень, это большой дрип, это в нем утонул, я надел его мне как раз. Сходим с ума, тут только чистые суки играют. Я схожу с ума, буквально веря пару лет от X. Она дает мне сына, вы то, потом это кейс. 2 миллиона только на лам, я принял в СЛС. Кажется, я разобью сегодня СОС. СОС. Я не чувствую свое лицо, СОС. Я реально мог сесть на окна ДПС. На мне больше допинг, сука, будто КМС. This is Rec Sound Exclusive. Bitch. Здесь поцелос не звучит. Причем оба партов. Где и здесь он помягче читает, ближе к своей истории, да? И вот этот его флоу. Целостнее. СОС! Я не чувствую свое лицо! Вот это вкручивание, да? Я не чувствую свое лицо! СОС! Я реально мог сесть на окна ДПС. На мне больше топинг, сука, будто КМС. И я исчез. Теперь мне стало скучно, где мой конкурент? Каждый день на твоем блоке, где мой оппонент? Звонил тебе столько раз, но ты не абонент. Час славы, но у тебя тут только момент. Ловлю Крис, у меня 9 жизней, у меня не одна. Луи Джинс, она сняла их, она... Поцелуй с ней трек этот. Да. This is Rec Sound Exclusive. Bitch. Yeah, I'm playing with SLS. Can't decide, it's abusive on the SOS. SOS. Я не чувствую свое лицо, SOS. Как будто стероидами. Да, нет. Прям, бля, разница. Для меня пиздец разница жесткая. Со мной мой гэнг здесь, мы стали животными. Вот это все. Мы стали животными. И со мной мой гэнг здесь, мы стали животными. На стали, по-моему, чуть побежал, да, мы стали. Мой гэнг здесь, мы стали животными. Мы стали. Не-не, тут вообще отклеился он от бита жестко. Как будто стероидами. И со мной мой гэнг здесь, мы стали животными. Чапер на машине сироп. Держи один сейф, еба порш. На мне фарм, как Фенди Глоб. Они пизд мой стиль, я меня флоу. Я парень сейчас знает, лил фор, лил гол. Я бегал от фанов, как Лил Зевер. Я тут белый твоя, сука, да стоп. 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 Она потеет, бро, это не спорт. Я самый высокий, бро, это не спорт. Даже не помню. Я схожу с ума буквально, веря пару лет от X. Она дает мне сына, вы то, потом это кейс. 2 миллиона только на лам, я принял в СЛС. Кажется, я разобью сегодня СОС. СОС. Я не чувствую свое лицо, СОС. Я реально мог сесть на окна ДПС. На мне больше топинг.
Как звука, будто КМС. И я исчез. Парень, мне стало скучно, где мой как. Парень, мне стало скучно. Парень, мне стало скучно, где мой. Парень, мне стало скучно. Базар, базар. Ну вот, вот тут он врезался в него. Исчез. Парень, мне стало скучно, где мой как будто КМС. И я исчез. Парень, мне стало скучно, где мой конкурент. Каждый день на твоем блоке, где мой оппонент. Бля, ну вот тут же нормально. Да, да, бля, все. Все, база, СОС, ничего. Весьма, шопинг следующий. Крепче трек. Еще крепче, чем второй. Слышу с ней, я своя любимая сука. Я еду на шопе, мне даже не надо копить. Hey, be kiss, юлики на нище делаю пиз. Виски росном еще поднялись. Включи мне еще у кого соус, алис. Димаша, алис. Мне нужны деньги, как мистер Бейс. Со стороны бесплатно, да, у меня рис. Хоть я пил всю свою боль в этот день. Происходит выкуп стиля. Бля, бро, о чем ты говоришь? Происходит улучшение реализации стиля. Да. Происходит улучшение реализации стиля. Происходит лучшая реализация бита артистом. И он заходит, этот трек. Да. Я не знаю, бро. Они думают, что если какой-то трек не нравится с точки зрения реализации, да, конкретного бита, они думают, что есть какое-то невыкупание, да? Ну, типа, как будто я биты такие не слушал. Где он охуенно харизматично вкручивается в бит, там пиздата. Вот и все. У него получается это. Он могёт в такой стиль. Ты пьешь пиво как Гиннес. Hibby me, я будто бразер. Два броска как будто сплэш бразер. Делаешь брат. Мне нельзя ездить, но это не град. Да, реально отстал. Все эти мысли их не сочетают. Все эти логи на мне. Похуй на них даже не сочетают. Деньги упали на голову, я безумно лукрал твой суп как Гиннес. Макро как дрожжение, я болен так жестко, как будто я Маршал Линн. Да, то есть просто вот он должен. Ну, мелодию. Он должен мелодию наигрывать. Своим детям кинь да пин такие. Хали да кинь да кинь да пин. Там же таки да где-то такие. Че ты так это запыться такие? Это мелодия. И она, блядь, должна быть естественной от артиста. И она получается, когда это заебись. Сейчас мы еще поднялись. Включи мне еще у кого соус, алис. Мне нужны деньги, как мистер Бейс. Да. Чуть-чуть
дикция, так в целом нормально. Четенько, четенько. Let's go. Со мной ведь ты слышал от брата, ты тут слышишь с ней. Я своя любимая сука, я еду на шопинг, мне даже не надо копить. Hey, be kiss, бюлики на нище делаю пиз. Бискит, основа ща поднялись, включи мне ща у кого соус, алис. Димаша алис, мне нужны деньги как мистер Бейс. Со мной бесплатно, да, у меня рис. Он забил всю свою боль в этот день. Я ще готовлю как шеф на булагу. Сейчас со мной это банда у нас уз. И сейчас с нами соски мы карапуз. Все эти джаги на нас, да мы абуз. Не лезь свой бизнес, это, блядь, не твой бизнес. Перекоды как Гиннес. Ты пьешь пиво как Гиннес. Hibby me up with the brother. Два броска как Boots Splash Brothers. Делаешь брат. Мне нельзя ездить, но это не град. Да, реально стал. Все эти мысли их не сочетают. Все эти логи на мне. Похуй на них даже не сочетают. Мне деньги упали на голову. Я безумел укротую, сука, гринус. Макро кайф решение, я болен так жестко, как будто я Маршал Линн. Не надо пытаться общаться со мной, ведь я слышал от брата, ты тут слышал с ней. Я своя любимая сука, я еду на шопинг, мне даже не надо копить. Hey, be kiss, юлики на нище делаю пиз. Бискит, основа еще. Бля, ну нет, да, клип? Ну нет. Поднялись, включи мне ща у кого соус, алис. Димаша алис, мне нужны деньги как мистер Бейс. Со мной бесплатно, да, у меня рис. Он забил всю свою боль в этот день. Больше динамики, больше эффектов. Вот тут как раз таки надо разъебывать, да. Какой-то мягкий... без паркинга, бро. Ну, короче, решили просто, блядь, типа фаныч снять клип, да, вдвоем. Directed by Foreign Way, edited by Foreign Way. Ясно. Тады ок. Тады ок. Общаться со мной, ведь я слышал от брата, ты тут слышишь с ней. Я своя любимая сука, я еду на шопинг, мне даже не надо копить. Hey, be kiss, бюлики. Не знаю, подстелёк ли этот, да? Сейчас. Вы имеете в виду какой трючок? 24, который? Ну вот какой-то из трех новых какой-то. Из трех новых, которые с клипами. Сейчас, подождите. Мы сделаем наоборот сейчас.
Ча. Где был клип недавно с ёбнутой динамикой вообще? Так. Может быть, может быть. Не знаю, как по динамике, по победе. Общаться со мной, ведь я слышал от брата, ты тут слышу с ней. Я своя любимая сука, я еду на шопе, мне даже не надо копить. Hey, big kiss, дюлики на нище делаю пиз. Виски росло, мы ща поднялись. Включи мне ща, у кого соус, алис. Дима ща, алис. Мне нужны деньги, как мистер Бинс. Ты со мной бесплатно, да, у меня рис. Он добил всю свою бар в этот день. Я ща готовлю, как шеф на булагу. Засечь со мной, это банда у нас. Еще динамичнее надо. Все эти драги на нос, да мы облыв. Вообще пиздец. Я лезть в свой бизнес. Это, блядь, не твой бизнес. Не твой. Перекоды как Гиннес. Ты пьешь пиво как Гиннес. Hibby me your butter brother. Два броска как Blue Splash Brothers. Делаю шкрррр, брат. Мне нельзя ездить, но это не град. Да, реально остал. Все эти мысли их не зачитаю. Короче, клип должен быть динамичнее. Насчет атмосферы, кстати, тоже я считаю, что более темная атмосфера подойдет пиздаче. Да. Поэтому, на мой взгляд, клипец не особо подходит. Да. Мягко скажем, не особо подходит клипец, да. Что-то прям вообще мягкое сюда подойдет. Прям реально. Прям. Может быть, даже прям совсем мягкое, да, что там? Может быть. Это второй! А? That's a crystal. Ау! Ей! 52, алло. Да здравствует Санкт-Петербург, а. Это город наш. Ей. Я каждый свой новый куплет валю как никогда. Ей. Альбом он чисто мой, никому его не продам. Не думаю о том, как хорошо было вчера. Меня города, представляю район, у меня есть репертуар. Никогда не просил, но всегда где-то доставал. Чем больше денег, тем больше мне нравится Москва. Но в Питере душа, в Питере семья. Питере братва, там знают наши имена. Плюс 7950. Да, короче, возможно, даже такой, да, не жесткий, ритмичный музон подойдет, а что-то мягкое. Может быть такое. Поэтому. Зачем трек All Black на клип Friendly Tag? Это ты жестко, бро, это жестко. В общем, песня хорошая. Правда. Песня хорошая. Мне больше нравится гораздо песня, чем клип с песней, да. Поэтому. Хороший трючок. Крепенький. Какой мне трек нравится больше, соус или шопинг? Хороший вопрос. Я схожу на куре, каждый день на вообще вот большее давление. Интереснее звучит, но реализация прикольная в треке шопинг. И что я? Где-то я это уже слышал. Самка одобряет. Ебать, бит страшный, бро. Андрей Кириллек, деньги NBA. Солнышко Эрика, really как бейб. Как будто фильм, мы против всех. Пушки и день, как Джамарен. Шмок узая, Замарен. Пушки и день, как Джамарен. Шмок узая, Замарен.
небо, мы пульнемся, устроим Royal Rumble. Она не хочет, чтобы я попал, потому она дает мне барабан. Фредди Крюгер, но пришел до сна и ломаю ее спину в пижан. Удивляются, откуда деньги, но мы всю жизнь за ними бежали. Десятки и десятки, как Боба Мэйси, Дэвид тоже секс. Они верят то, что я поднялся, думают, мы статус будто Элвис Пресс. Они базарят про грязную фату, но в их стаканах только это пепс. Спасибо мамам и крайдерам за то, что я больше не нуждаюсь в секс. На мне АК-47, Андрей Кириллек, любим ДНБА. Солнышко Эри Гориллы как бейб. Как будто фильм мы против всех. Пушки и день как Джамарин. Шмоку за Эзамарин. Пушки и день как Джамарин. Шмоку за Эзамарин. Это за... Что? Это Джайн. Что? Это Зан. И что? Это Экс. И что? Это моя шоу. 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 Типа как первый трек по реализации. Ты пиздатишь, и вообще вопросов нет. Ну вот, блядь, уверенности я не это, да. Как будто то ли проба пера, то ли старые треки, хуй пойми, да. Мастакан делает трипл-дабл, мы пыльнемся, устроим Royal Rumble. Она не хочет, чтобы я попал, потому она дает мне барабан. Фредди Крюгер, но пришел до сна и ломаю ее спину в пижан. Удивляются, откуда деньги, но мы всю жизнь за ними бежали. Десятки и десятки, как Боба Мэйси, Дэвид тоже секс. Они верят то, что я поднялся, думают, мы статус будто Элвис Пресс. Они базарят про грязную фату, но в их стаканах только это пепс. Спасибо мамам и крайдерам за то, что я больше не нуждаюсь в секс. На мне АК-47, Андрей Кириллек, любим ДНБА. Солнышко Эри Гориллы как бейб. Как будто фильм мы против всех. Хорошая задумка, да. Хорошая задумка. Вайбовая. Охуенно подобрана ритмика. Вот это вся история, да? Не знаю, то ли свидос под этот стиль не тот, да? Еще не выработали звучание голоса его здесь. То ли погружение... То есть этот трек для меня как первый трек. Шопинг и соус для меня однозначно сильнее. Всю любовь, следующий трек. Ревнимая сука со мной, она плохая. Она застенчивая, она со мной плохая. Она плохая. У меня много дат, она знает. Она знает. Ты моя любимая дат, ты знаешь. Мне похуй на другую, бля. Ты моя любимая, бля. Ты моя любимая, бля. Ты моя любимая, бля. Мне похуй на другую, сука. Ты моя любимая, сука. Ты моя любимая, сука. Моя любимая су. На тебе все ресноки, yeah. Тебе нельзя наркотик, yeah. У тебя лучший топ, yeah. У твоей мамы мой номер, yeah. На тебе все ресноки, yeah. Тебе нельзя наркотик, yeah. У тебя лучший топ, yeah. У твоей мамы мой номер, yeah. 150к на ботинке сомнительно. Но окей. Большие деньги мы тратим их, бро. Это каждый день. Я надел на себя камни гарсон. Не плей. У меня так много тари, малыш. Друзей, ха-ха. Это же прям охуенно строка была. Все любовь. Пять маль. Ух, да. Все ее подруги знают, виды на флексе с нами. Да. Все ее подруги знают, виды на флексе с нами. Мне похуй на другую, бля. Ты моя любимая, бля. Ты моя любимая, бля. Ты моя любимая, бля. Мне похуй на другую, зуб. Ты моя любимая, суп. Ты моя любимая, суп. Ты моя любимая су. На тебе все ресноки, yeah. Тебе нельзя наркотик, yeah. У тебя лучший топ, yeah. У твоей мамы мой номер, yeah. На тебе все ресноки, yeah. Тебе нельзя наркотик, yeah. У тебя лучший топ, yeah. У твоей мамы мой номер, Да, я типа получаю не совсем то, что я ожидал, но это, в принципе, заебись. Я получаю попытку, да. Непростую попытку, короче. Да. От Foreign Way. Какие-то парты, какие-то линии прям вот охуенно пролетают, да. Вот это прям было очень красиво. Сомнительно, но окей. Да.
сомнительно, но окей. Много дать малых друзей, с ними угораем. Сомнительно, но окей, да? Сомнительно, но окей. Мне очень-очень сильно нравятся инструменталы отсюда. Мне нравится задумка. Ну, как будто погружение, да? Вот прям... То ли он себя сдерживает. Это вот прям вот погружение ёбнутого, да? На сумасшедших битах агрессивных я не получаю, к сожалению. У твоей мамы номер, yeah. 150к на ботинке сомнительно, но окей. Большие деньги мы тратим их, бро, это каждый день. Вот он, у меня тяжечки, блин, вот, блядь, да нахуй, да. Но окей. Большие деньги мы тратим их, бро, это каждый день. Я надел на себя камни, говорю. Большие деньги мы тратим их, бро, это каждый день. Вот, блядь, вот оно. Да. Это каждый прям пиздец. Деньги мы тратим их, бро. Это каждый бро. Это каждый день. Каждый день. Каждый день. Каждый день. Деньги с на ботинке сомнительно. Но окей. Сомнительно. Но окей. А тут нет. Но окей. Большие деньги мы тратим их, бро. Это каждый день. Я надел на себя камни, гарсон. Не плей. У меня так много тари, малыш. Друзей, ха-ха, с ними угораем. Что любовь, пять маль. Все ее подруги знают, виды на флексе с нами. Старичок Токсин! Мне похуй на другую, бля. Два старичка, бля, разъебывают. Ты моя любимая, бля. Ты моя любимая, бля. Мне похуй на другую, зуб. Ты моя любимая, суп. Ты моя любимая, суп. Мой любимый суп. На тебе все идешь смоки, yeah. Тебе нельзя наркотик, yeah. У тебя лучший топ, yeah. У твоей мамы номер, yeah. На тебе все идешь смоки, yeah. Тебе нельзя наркотик, yeah. У тебя лучший топ, yeah. У твоей мамы номер, yeah. Короче, проба пера, вот честно. Проба пера. Вот не хватает жести. Вот мягче, блядь, For Runway голос и все. Вот. Вот этой вот хлесткости, да, вот как здесь оно идет. Хлесткости, да, таких вот оттяжек прям вот. Вот у него просто мягче, вот мягче как будто голос и все. Вот просто временами вкручивается, временами нет. Не скажу, что мне нравится реализация этих битов. Следующий трек, хо. Вышел весь бел, буду гэнд. Толка в руке экстенд. И со мной рейд. Большой бойлер как мэл. Звезда на бэнд. В стакане холор рэп. Дорогой брэнд. Холод Грэгсон. Дачи за парк. Но ниже кошки и корик. Меняю фигуру свидания. Про шахматы дай любитель экзотик. Всем моим сукам эксо. Как будто крестики нолик. Им еще папа им экс. Им еще папа им нолик. Расстрел ботана как анаболик. Я пиздец по началу, мои шуты раздоровы. На моих руках браслеты, но мы топ стали свободными. Просто хочу тебя еще раз, сука, я не заботливый. Но она сказала, я милый, всю мою жизнь отлично. Малышка, почему я должен быть агрессивным? Скинь я мире на мне, я выгляжу так, будто бы я наделал сын. Я пропустил твою сука на шоу, парень, это было нельзя, спасибо. Я ебал ее в бэкере после того, как я всейбл. Я вышел весь белый. Буду гэнд, толка в руке экстенд. И со мной рейд. Большой бойлер как мэл. Звезда на бэнд. В стакане холод рэп. Дорогой бренд, холод Грэгсон. Вот здесь прибег неплохо, пиздец. Но ниже кошки и корик. Меняю фигуру свидания. Про шахматы дай, любитель экзотик. Всем моим сукам эксо. Как будто крестики нолик. Им еще папа им экс. Им еще папа им нолик. И по тексту интереснее. То есть даже понятно, что здесь прям чисто экспрессия, ритм, да? Но в целом тут еще и текст прикольный в этом треке. Вот, пожалуй, три трека из новых мне понравились. SOS, Shopping и Ho. XO, которая, да? Пусть будет XO.
Еще раз. Я вышел из бен, буду ген, только в руки экстенд. И со мной рейн, большой бойлер как мэл. Звезда на бен, в стакане холлор рейп. Дорогой бренд, холлор крэкса. Ходячий зоопарк, но мне еще кошки и колик. Меняю фигуру свидания, про шахматы дай, любитель экзотик. Всем моим сукам эксо, как будто крестики нолик. И мы еще папаем экс, и мы еще папаем нолик. Раскачал ботана как анаболик. Я пиздец по началу, мои шуты разоровы. На моих руках браслеты, но мы топ стали свободными. Бам. Она сказала, я мил. Всю мою жизнь отлично, малышка, почему я должен быть агрессивным? Скинь мире на мне, я выгляжу так, будто бы я надел сим. Я пропустил твою суку на шоу, парень, это было нельзя, спасибо. Я ебал ее в бэкере после того, как я в сейбл. Я вышел весь бэл, буду ген, только в руке экстенд. И со мной вен. Добавил в плейлист. Добавил в плейлист, ну-ка. Я схожу бинг, сука, буду КМС. И я исчез, теперь мне стало скучно. Да-да-да, чем агрессивнее трек, тем... Буду я маршал лин, не надо пытаться общаться со мной. Шоппинг тоже залетает в плейлист. Шоппинг и Иксо. Свитер Марни. Let's go. Я один. На мне ведьма, на мне вилон. На мне сейчас Саша Маккуин. Со мной хочет любовь. Или просто говори так. Мне все равно, мне все равно. Я просто хочу ее клик. Она секси, о мой бог. Ее волосы длинные. Жопа жирные, губы пухли. Хочет меня врать. Свитер Марни, это кто? Папа ли эскорт? Я не буду врать, я хочу тебя. Ну это вот его тема, да? Ты мне не нравишься, только в темноте твоя задница. Ты не спросишь меня про чувства, мне похуй на твои, какая разница. Я попал дранка, что внутри меня детка уже не исправится. Я попал дранка, что внутри меня детка уже не исправится. Я вижу зависть. Не звони мой телефон. Ты знаешь, у меня все ноль. Я делаю деньги и все. Я делаю деньги и все. Если бы умру, то все. Моя жизнь будет кино. Сами NPC. Я главный герой. Я должен был уйти, но я все еще живой. Она секси, о мой бог. Ее волосы длинные. Жопа жирная, губы пухли. Хочет меня врать. Свитер Марни, это кто? Папа ли эскорт? Я не буду врать, я хочу тебя, ты десятка малыш, но... Ты мне не нравишься, только в темноте твоя задница. Ты не спросишь меня про чувства, мне похуй на твои, какая разница? Я попал дранка, что внутри меня детка уже не исправится. Ты не спросишь меня про чувства, мне похуй на твои, какая разница? Окей. Оки-доки. Так, 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 так. Конечно, да, это его стиль, его понятный, так сказать, нам стиль, но скажу вам следующее. Справляется хорошо, все кайф, но треки, вот, которые, так сказать, в новом стиле, вот, допустим, мне нравится больше. То есть некоторые вещи экспериментальные у него охуенно получаются. Не все треки, вот не все шесть треков, они хорошие, не все одинаково крепкие. Они пока плавают, да, типа. Почему мне показалось, что старый трек, что типа, ну, не взято, да, ну, короче. Да. I'm never fine, but I find it glow. And you please my ceiling, I mean it on flow. Yeah, punish us that little fun, little goal. Yeah, big alone fun, I've got little shiver. Yeah, тут stop. Yeah, тут белый твоя, сука, да, стоп. Она потеет, бро, это не спорт. Да-да-да, угу. Вот, свитер Марни норм, хорошо сделано, но просто как трек, типа, ну, неплохой, неплохой, реально. Здесь вот, да, в этом трючке он прям... Я попал дранка, что внутри меня детка уже не исправится. И вот эта вот мягкость, она прослеживается в некоторых треках, где он вот таким обрывистым, агрессивным карти флоу ебашит. И оно немного вырывается, да, вот эта мягкость и вот натужность, она не поэтому не везде работает. И чем мягче трек,
Baby kiss, beauty can only pee the key, the tin the pee, pretty can only clip with the key, tell you cut but secret the pee. А если пять. Чем больше, блядь, грязи, тем сложнее слушается. Ну, мне лично. Иксу оставляем в плейлисте и шопинг. Свитер Марни хороший трек. Ближе ему. Вот это то, что мы часто говорим, слушаем какие-то треки, говорим, о, это Foreign Way на другого челика. Это то, что мы знаем. Следующий трек — Мания. Тебе надо мое внимание. Только лучше перестань, это уже мания. Ты связалась с моим эго, это наказание. Хочешь проверить меня, вот тебе показания. Я не буду врать. Малыш, хочешь знать, почему я ща в отрубе? Наберешь с утра и опять меня не разбудишь. Я был с этими так, будто мы играем в жмурки. Малыш, хочешь знать, почему я недоступен? Я не знаю, сам. Слишком много целей, чтобы все успеть. Это плохо, но ты всего одна из всех. Малыш, хочешь знать, почему я ща в отрубе? Наберешь с утра и опять меня не разбудишь. Я был с этими так, будто мы играем в жмурки. Малыш, хочешь знать, почему я недоступен? Малыш, хочешь знать. Хорошее разнообразие, мягкий стиль, да. Мягкий стилек, понятный абсолютно для него. Хороший бы этот трючок, чтобы добавлять. Почему я доступен? Да, вокал. Сам. Не значит, что мы там типа должны воспринимать какой-то только один его, да, флоу. И ты же говорил, да, как раз до начала альбома, что большинство ребят, которых мы слушали вот недавно до этого, у них как раз-таки было большое разнообразие в стилях. Большое разнообразие в стилях. Здесь все заебись, реально. Имеется в виду на альбоме, что он и пробует, и дает новое, и старое, и понятное, да, все подряд. Круто. Что со мной не так? Я не знаю сам. Пропали чужу, хочу их обратно. У меня нечего теперь. Еще на мне не ровно, но мне это за-за. Все, что мне нужно теперь. Я в дизайнере на этой заправке. Эти девочки. У нас очень много треков, и сольных в том числе, от Foreign Way в этом году. Вот, допустим. Ты нас, ешь меня как манч. У меня есть барет, а не только панч. Посомышляй, сука, на что ты способна. Скромно это быть не нужно. Сильнее на топ сильнее. Будто башки мастер. Он во мне бы... Блядь, четко вообще работает. Все равно хочешь вернуть старого меня. Вот это вообще разъеб. Прям фермо. Я пап. На мне сейчас чоп. Нужно больше не я. Машина и роман. Вещи с бутиками не нужен гарантия. Скачаю по экспо, пою много хайлайнс. Не могу сказать тебе, просто дать. Как будто это прям такой, да, прям вот квинтэссенция вот его стиля. Здесь и вокал, и все, да. То есть вот я, слушая вот на эпишке треки, так сказать, в его фирменной реализации, я сравниваю с теми, которые у нас есть в плейлисте. Плейлисты у нас вот здесь, если что, мейнстрим, да. Можете обращаться и смотреть. Поэтому такое. Да, у него много релизов, он молодец, и он вот завершает год. Кстати, круто, что он это делает, на самом деле молодец. Знаете почему? Потому что сейчас это пойдет, да, там после альбома «Карти», допустим, музыка,
Music. Еще другие артисты начнут залетать. И он скажет, что я ебать это делал еще в 23-м году. Там к 24-му году все это раскочегарится прям. И он начнется типа, вот да, блядь. Это круто. То есть, типа, не мусолит, не солит, да, особо какие-то штуки, бля. Не знаю. Да. Ну, конечно, реализация, бля, страшная в его предыдущих. Я чувствовал на скромном, когда я уверил твой фасон. Да, мое сердце верит тебе, малышка, это мой гарсон. Я мешаю грязь, не будто у меня Паркинсон. Не знаю, что ответить им, так DM не хрему, ты прям сейчас. 5 минут дома, у меня много работы, я сильно устал. Вышел из бен, буду агент, fuck up, руки экстенд. И со мной рейд, большой бойлер как мэл. Дачи зоопарк, кроме еще кошки и колик. Меняю фигуру свидания, прошахнутый дай, любитель экзорик. Всем моим сукам. Я ще готовлю как шеф на булагу. Засижу со мной, это банда у нас уз. Надо будет думать, смотреть, да? Вот манит. Я просто мечтал быть бар. Но я не юкен, потерян среди планет. Одиноко на земле улетел. Слишком много целей, чтобы все успеть. Ну, то есть, вот этот трек, к примеру, он не переедет, только что прослушанный, да? Он неплохой, хороший трек. Я думаю, что он очень обрадовал фанатов старого стиля. Блять, он уже старым стал, ебать. Старого стиля Foreign Way, который мы слушали в этом году несколько месяцев назад, но он уже стал старым. Да, следующий трек, «Преследование», 808. 808 это хрон этой песни. Ты где, малыш, я хочу знать. Не говори, не говори. Снова занят до утра. Все эти деньги дают мне талант. Малышка, поверь мне на раз. Скажи мне, что нету таких же, как я. Я сам знаю, это не так. Но все, что я делаю, это для тебя. Я знаю, что бар это я. Значит, я могу убить за тебя. 8 утра, я не могу уснуть. Тебе вставать через 8 минут. Я напишу, что я тебя дождусь. Я высоко понижаюсь пульс. 8 утра, я не могу уснуть. Тебе вставать через 8 минут. Я высоко понижаюсь пульс. Могу убить. У меня есть эти брейсер рецепты, я даже не знаю лимит. Сейчас мне так нужно умножить стримы, как будто бы я рос один. Она просто гладила меня как ламбу, она думала, что я джин. Постели вагоны, я могу запрыгнуть из разных моделей машин. Инсомни, я не могу спать, думаю о твоем теле. Хуя себе. Не нашел замен, оставил 100 в Роксбей. Меня грузит как на карусель. Не беспокойся, мой телефон, я позвоню, не ответишь, не. Я напишу, не ответишь, не. Ты где, малыш, я хочу знать. Детка, я хочу знать. Это песня покрепче двух предыдущих, по-моему. И Свитер, Марни, и Мане. Я хочу знать. Детка, я хочу знать. Как твой успех. Я все еще иду к цели. Снова занят до утра. Все эти деньги дают мне талант. Малышка, поверь мне на раз. Скажи мне, что нету таких же, как я. Я сам знаю, это не так. Но все, что я делаю, это для тебя. Я знаю, что бар это я. Значит, я могу убить за тебя. 8 утра, я не могу уснуть. Тебе вставать через 8 минут. Я напишу, что я тебя дождусь. Я высоко понижаюсь пульс. 8 утра, я не могу уснуть. Тебе вставать через 8 минут. Я высоко понижаюсь пульс. Могу убить. Это хороший перчок. Все, братва, 8.08 пролетели, да? Очень быстро прошли 8 минут. Трек пролетел просто, я бы даже сказал. А тут у нас был снипеток. Оки-доки. Угу. Хорошая песня. Хорошая крепкая песенка. Значит, я могу убить за тебя.
8 утра, я не могу уснуть. Тебе вставать через 8 минут. Я напишу, что я тебя дождусь. Я высоко понижаюсь пульс. 8 утра, я не могу уснуть. Тебе вставать через 8 минут. Вместо SOS. SOS нет в плейлисте, бро. Итак. XOI Shopping. Ну это мы точно оставляем. Хочется пару песен его новых. Да, хочется на пару новых его песен. Ну, преследование — хорошая песня. Я высоко понижается пульс. Могу убить. У меня есть. Да, могу убить, немного моё-то чувствуется, но в целом, да, реализация хорошая. Реализация, вот это мягкое, вальяжное флоу, ленивое. Ленивое, но с соусом. Бля, вот охуенно ложится оно. Я не знаю, не потеряет ли он себя в этом рваном рейдже, да, блядь. Не знаю, ладно. Язык тела, следующий трек. Преследование 808 забрал в плейлист мейнстрим. Слушаем язык тела. Малыш, ты скромна, это реальный мотив. У нее есть пара, но я создаю мотив. Понимаю свой риск, хочет со мной уйти. Я видел, как ты смотрела. Язык тела в твоей голове измен. Но ты верна, останься с ним на день. Если хочешь забыть свою беспечность. Я видел, как ты смотрела. Язык тела в твоей голове измен. Но ты верна, останься с ним на день. У меня есть стресс. Если хочешь забыть. Если хочешь забыть. Деньги меня изменили. Для них я уже в другом мире. Я не могу быть наивным. Я не могу быть наивным. Быстрее автомобиль. Потеки винтаж, звезды нас ждут мираж. Да я высоко, будто Марс. Любви меня не достать. Знаю, но хоть потеки винтаж. На моем ремне ее взгляд. На моем колье ее взгляд. Хочу, чтоб замечал. Я видел, как ты смотрела. Язык тела в твоей голове измен. Но ты верна, останься с ним на день. Мягкие. У меня есть стресс. Детка, я вампир. Детка, я вампир, ёптую, блядь. Камера в ахуе. Посинел, да, бля. Смурф, смурф, да, смурф. Смурфим, флексим, финесим, да. Какой нахуй вампир? Ну, типа синий, да, хихи, ха-ха, вот это вот. Субъективно, да, мне тоже нравится мягкий Foreign Way. Но мы не вправе, да, ограничивать его полет творческой мысли и работу в разных стилях, ему виднее, он артист. Просто, на мой взгляд, дело не в привычке, да, дело не в том, что мы там что-то привыкли и такие, ой, бля, вот это заебись, а то не то. Да то тоже то. Все кайф, биты супер, просто, ну, это фирменное дерьмо, которое получается. Тут что-то со звуком хуй пойми что, да, так в целом тоже есть какая-то история, но не целостно звучит, как будто не полностью доготовлено, что ли, хуй пойми, короче. В общем так, да, ну да, конечно, и это ER, точно, да, EP-шечка, это не альбом. Попытки разные, да, попытки разные, на абсолютно разные харизмы залететь. Первые 6 треков, да. Потом 3 трека более или менее понятные. И 4-й трек, который бонус треком. Вот он, может, действительно старый, да? Ну вот из этих 4 треков, короче, из 4 треков, которые свитер, мания, преследование, язык, забираем преследование. Из 6 треков забираем 2. Шопинг и XO. Хо, пусть будет. Ну, конечно, XO, да. Неплохо. Неплохо. То есть, ну, в общем, это не... Знаете, это не какая-то история... Вот неправильное сравнение ни с New Light Child, ни с Shiny. Потому что у тех был это какой-то концентрат того, чего они хотели сказать, что вот я, смотрите, могу вот это. А здесь, наоборот, какая-то история явно промежуточная для Foreign Way с точки зрения того, чтобы показать, что, смотрите, я уже на этом стильке, я экспериментирую, а вот мои работы, вот это вот то. То есть как будто более крепкие работы у него уже были целостные. Или собираются выходить.
Да, то есть здесь какая-то история промежуточная, типа я пашу пиздец, я выпускаю много релизов, я, блядь, могу в разную музыку, экспериментирую, пробую вот это заебись уже работает, вот это вас может раскачать, вот это. Кого-то может раскачать каждый трек, кого-то не раскачает ни один трек. Если я спрошу от 1 до 10, и вы напишите, это будет, конечно, не совсем релевантная подборка, скажем так, потому что, ну, здесь много ребят, кто пришел именно посмотреть на Форна, да, но вдруг мы увидим здесь разнообразие оценок, да, 10 ха-ха-ха, да, ну вот, в общем, это примерно я и говорил, 10, блядь. Ретро, салют, проявил твою реакцию, благодарю за твою оценку. Спасибо тебе большое, бро, да, развивайся. Очень сильный, вот, да, Ретройс, на самом деле, интересный. Фрешменчик, продюсер и артист. Тоже, да, по пятам. Бля, вот на самом деле, вот второй, третий эшелон по популярности имеется в виду, молодых артистов, да, это пиздец. Вот Форн тоже сам выбился, так сказать, из, наверное, третьего эшелона. Вот в начале этого года, ну хорошо, блядь, в середине предыдущего, он прям был таким третьим эшелоном, да, сейчас он уже так лицо, туда вот он на первый уже, блядь, вот уже сам прям потихонечку, да, короче, метит. Пока тир 2 крепкий, да, мне кажется, он по, так сказать, по фейму. По качеству пиздец треки сумасшедшие есть. Да. Ну, в общем, вот, да. То есть, релиз неплохой. Неплохой. Но это немного не то, что я ждал, потому что я ждал закрепления стиля. Вот что я вам там душнил, там, вот там ебать, вот типа вот он сейчас закрепит, что вот это вот он, и вот ебать, и вот это, и немножечко экспериментов, а это не так, а тут не немножечко экспериментов, тут суть основная в экспериментах, и типа для тех, кто не хочет новое, вот типа кусочек небольшой для вас того, что я вот заебись умею, делаю, да, знаю, и треки не знаю, новые, старые, хуй пойми. Ну давайте посмотрим, friends. 5 ясен хуй. 4 балла я поставлю здесь, да. Думаю, да. Рифмообразы. Неплохо идет. Он на самом деле местами в тречках, вот, которые добавили, где-то вот прям там... Ну, специально грязь, наверное, сделана, да, для репетативности. Там мне нужна не та другая, не нужна другая, блядь, это, блядь, вот это вот все, да. Ну, есть что рассказать. То есть, в принципе, нету ощущения пустого текста. Вот у Шайни текст был пустоват, конечно, для его стиля. Foreign Way, в принципе, неплохо рассказывает историю. Либо там про отношения, либо про флекс, либо про дрип. Есть что-то, короче, да, у него? Да. 8, я думаю. Смело. Структура ритмика придумана хорошо, даже там, где... первые 6 треков. Я думаю, что да. Так. Структура ритмика. Сейчас. Секунду. Можно я пробегусь быстро по всем трекам? А то чуть нарушил. Я бегал с фаном, как Лил Зевер. Я тут белый твоя, сука, да стоп. 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 Она по тебе, бро. Не, по-прежнему трек не работает. Я схожу с ума буквально, веря пару лет от X. Она дай мне сына, вы то, потом это не боже. Новый вызов, у меня много детей, мне нужно их воспитать. Да, на сцене со мной, моя хомая, блядь, и мы сходим с ума. Сходим с ума, ты только чистые суки и грязь. Похуй на то, сколько я потерял, у меня же большие контракты как раз. Парень, это большой дрип, ты в нём утонул, я надел его, он мне как раз. Сходим. Еще у кого соус, Алис. Джимаша Алис, мне нужны деньги, как мистер Бис. Я создал деньги, как Маша Алис. Джимаша Алис, мне Алис, 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 Алис. Мне нужны деньги, как мистер Бис. Со мной бесплатно, да, у меня рис. Это моя шоу, это моя шоу, это моя шоу, это моя шоу, это моя шоу. Мы столько делаем три. Окей. 8. Блять, индивидуальность, харизма по-разному. Вот на последних тречках, там девятка, я говорю, есть индивидуальность. На одном треке прям хорошо. Так, в целом, учитывая первые 6 треков, где-то прям типа 6-7, да? 8, если хуй его знает. 8, может быть. Может быть, 8. Может быть, 8. Ну, бля.
Не знаю, как будто бы 7. Сейчас. Что это джайн? И что это зон? И на ее спину пижон. Удивляются, откуда деньги, но мы всю жизнь за ними бежали. Десятки и десятки, как Боба Месси, 9 тоже секс. Они видят то, что я поднялся, думают мой статус будто Элвис Пресс. Они базарят про грязную фату, но в их стаканах только это пепс. Спасибо моим декрайдерам за то, что я больше не нуждаюсь в секс. На мне АК-47, Андрей Кириллек, любимый NBA. Солнышко Эри Гориллы как бей. Как будто фильмом против всех. Пушки и деньги как Джамарин. Шмоку за Замарин. Бля, вообще неплохо по тексту. В рамках стиля он заебись нагребает вообще. Пушки и деньги как Джамарин. На тебе все рисунки, yeah. Тебе нельзя наркотик, yeah. У тебя лучший ток, yeah. У твоей мамы мой номер, yeah. На тебе все рисунки, yeah. Тебе нельзя наркотик. Деньги сомнительны, но окей. Большие деньги мы тратим их, бро. Это каждый день. Я надел на себя камни гарсон. Каждый раз цепляет этот момент. Пиздец. Я надел на себя камни. Большие деньги мы тратим их, бро. Это каждый день. Я надел на себя. Вот бля, если бы вся была, вот речитатив поставлен такого качества, как эта строчка, цены бы нахуй не было этим треком. Дачи зоопарк, гоняши кошки и корик. Меняю фигуру, свидание про шахматы, дай любитель экзорик. Всем моим сукам эксо, как будто крестики нолик. И мы еще папаем экс, и мы еще папаем нолик. Раскачал батана как анаболик. Я пиздец по началу, мои шуты разорвы. На моих руках браслеты, но мы... То есть Токсис, да, бро? Да, конечно. Все зависит от разного трека. Да, вы-то пришли топить за человека, а я-то музыку разбираю. Поток стали свободными. Бросаю чуть тебя еще раз, чтоб я не заботливый. Но она сказала, я милый. Всю мою жизнь отлично, малышка, почему я должен быть агрессивным? Утра я не могу уснуть. Тебе вставать через 8 минут. Я высоко, понижается пульс. Могу убить. У меня есть эти рецепты. Да, это забираем точно. Реализация стиля. Бля, смотря что, вот в этой песне в конкретной 9-10, да, где-то 6-7. Вот первая песня, да, на вот 6-7. В целом 8 я бы поставил. Да. 8 баллов и 4 балла. Такая история. Неплохая оценка. На качестве вылез. Грязюки, в принципе, простоты там дал в одном месте в припеве, но в целом достаточно крепкий текст для стиля. Жесткий разброс здесь идет от 9 до 6 в некоторых песнях. В основном такая крепкая 8 плюс, да, короче. 8 плюс реализация. Такая вот хуйня, да. Угу. Такая вот история. Да. Что думают по этому поводу наши замечательные, удивительные, прекрасные, самые лучшие? Да-да, конечно, конечно, самые лучшие пользователи. По-разному, да, по-разному. 69 здесь ниже, здесь выше значительно. 29 рецензий у нас есть. Хороший альбик от Форена. Уверенно залетел на новый для него тайп. Появился необычный флоу, который впервые слышал на альбике Kinder Lila. Есть и тречки в старом стиле, какие-то кайфовые фишки в саунд-дизайне с Морфин Дрипа. Закрытие года. Да-да-да-да. То есть это не попытка в Magnum Opus, да, для себя. Это попытка в разнообразие дать продукта кайфового, раскачать народ, показать, так сказать, заделы в новом стиле, да, какие-то трючки уже разъебные. 76, базар, имеет стиль. Очень интересный релиз выдал нам один из фрешменов этого года, при том вот тоже, да, восприятие. При том не стоит забывать, что Foreignway также очень-очень талантливый продюсер, что, думаю, ему помогает в сольном творчестве. Очень уникальное исполнение выбрал Вячеслав в своем альбоме. Он очень постарался сделать интересное, уникальное, также не забывая о качестве. Вот если он нам тут расскажет, кстати, сейчас пойдет байт на регистрацию, да, скажи, блядь, какой нахуй байт с такими оценками, блядь, поставил бы 90, другое дело. Артист не зарегистрирован на сайте. Если бы артист был зарегистрирован на сайте, он мог бы тут оставить комментарий, да, который бы, соответственно, был чем-то подобным, да, то есть написать, типа, что-то такое, что вот максимально может артист высказать по поводу своего релиза.
То есть что-то поделиться чем-то, если он считает нужным, конечно, это делать. Также он может поставить рецензиям каким-то, которые ему кажутся полезными, авторский Лукас примерно вот так, да. То есть вот так это будет выглядеть, если ему какие-то рецензии понравятся, фирменный лайкос у него будет. Не знаю, сработает ли байт или нет, но в общем имеется такая вот возможность, да, у Foreignware, так или иначе. Последние три трека топ, не прочувствовал несвойственные для себя биты. Ну вот, блять, 2-5, да, ну вот. Форной хорош, такие именно мысли у меня были, когда я начал слушать релиз. Честно сказать, ничего выдающегося я и не ждал. Итак, я был бы доволен, если бы был еще один мягкий, легкий релиз от Форна, за это я начал слушать его. Тут первый трек послал мои желания и ожидания куда подальше. Сильно удивился, что он залетел на такой агрессивный жанр, который не свойственный для него. И так продолжался. И постепенно я осознал, что а. неправильно построил свои ожидания, да. На таком звуке харизма Форна испаряется, харизма из какого-то, из-за которой начал следить за ним. Ну да, вот насчет ожиданий это пиздец. Ни сама работа не чувствуется бросовая или как я. Но я скопирую Кена Карсона. Напротив, я вижу кропотливую, да, не чувствуется. Всех продюсеров, мастеров, вообще к самому дизайну вопросов нет. Все дело на очень высоком уровне, тебе дает все это пресловутый «но», который портит все красиво. Я считаю, что Фора недостаточно погрузился в такой жанр, в такой стиль, в такой звук. Я могу понять, почему так получилось. Такой дарк-трэп, попиумный звук не дается всем так просто. Даже Платина вот на недавнем фите со Скали не смог оседлать такой бит. Неплохо. А учитывая, как Форен хорош в своей мягкой истории, я реально настораживался от того, что да, подсобляющие большинство треков подавляющие будут агрессивными, да? Так и вышло, и Форен не смог реализовать весь потенциал этих битов, где надо репетитивно повторять одно и то же, показывать энергичную харизму, продолжает рычать. А где не надо, вроде как повторять. Ну, короче, да, тут вот охуенная мысль, субъективная, безусловно, конечно, почему не зашло, да? Да, несмотря на весь мой хейт-спич, я не остался равнодушным, как финальный триплет альбома. Триплет, блядь. Включая бонус-трек, дали мне именно то, чего я ждал. Ну вот да, тут как бы прям акцент на старых треках, да. И вот не хотел бы я такого нового Форна. Но тут, блядь, тут уже нам не выбирать, бро. То, что я тебе говорю. То, что Мирхан и Foreignware 2, и вот эта вся история реализована лучше, тут это как бы ясен хуй. Просто вопрос в том, что артист... хочет и другое пробовать, вот условно, да, то есть, и кто-то, кстати, говорит, что, типа, там, на пох вообще Будда бы должен, там, показать, там, и тайп пиздаты, да, и все условно, и не надо было никаких лиричных тем, и вайб бы не разбился, и вместо 22 треков выдать 14 треков, соединить пох вообще 0.5 и 1, взять самые топовые хиты, блядь, отсюда и отсюда, только и тайп сделать 14 треков, и вот тебе пиздец крепчайший альбом, и все бы 5 ставили. Все было бы пиздато, типа разбираться в хитросплетениях настроения, да, и попыток, как бы всем похуй, слишком долго и душно. Здесь тоже, да, типа, ну, разное настроение. Но это и R, и пишка, да. Один из лучших релизов уходящего года. Свой стиль, новый звук, погружение в атмосферу альбома с первых строчек. Все это есть в релизе Friends. Не знаю, за что тут можно снять хоть один балл. До сих пор кайфую с рифом про NBA, Jazz Back, Sled Gang, Plus, Damn. Вот, бро, можно как минимум этой рецензии поставить Лукас, да, 90 баллов. Русский Осамасон. Первые мысли, возникшие при прослушивании первые 4 трека, воспринимаются как один. Но потом пошло некое разнообразие. В принципе, хороший альбом. Впервые столкнулся с творчеством этого артиста. Щещ! Впервые столкнулся с творчеством этого артиста. Лучший трек. Свитер Марни. Худший трек Эксо. На, ну вот он решил, что все-таки мягкие вещи. Ну вот. Отличный альбом. В первой половине альбома новое звучание, интересный текст, все как всегда круто. Для меня сейчас Форен синоним качества. Больше всего понравились треки «Мания» и «Свитер Марни». Ну вот. Очень хороший звук, слагинг. Плюс 83 балла. 24-й еще не начался, а Форен уже прыгает на новый звучок в виде «Ама», «Асамасон», «Тайп битов», «Перенося». SoundCloud звучок в коммерческую индустрию. Friends, сольные виверс, нужно такое некому запрыгнуть. Даже если есть кому форум, просто подчеркивает индивидуальность, безусловно, реализовал. Образы панчи плюс мемы, да. Подкованы, вся рэперская грязь в виде терминов присутствует здесь. Фармы сиропа, экстенда и брабус. Мем строчки слышал форума подобного. И что я сам, да. Слушай, хорош, брат. Любимые треки, Лилузи, Шоппинг, Свитер Марни, Язык тела. Артистов в этом году что парень много работал и прокачал имя. Прокачиваю имя и работаю. Лучше ли это, чем альбом Мирхан? Думаю, что нет. Мирхан и будто собрал в себе хиты, аптечные лирикалы, главные хиты. Здесь другой, скорее, формат, самый главный формат. Конечно, 5 лиц за год, но целых 3, да. Спасибо.
7, 8, 10, 8. Целостный хаос. Круто, бро. В общем, да, ребят, спасибо большое. Отточил свой стиль и продолжает экспериментировать. Много кому зашло. 50% непонятного разъеба, 50% разъеба. 90 баллов. Базар, бро. Такая вот история. Бэм. Топ треков. Преследование. Респект. Аня, Свитер Марни, все, любовь. Иксо. Язык тела. Да. Ну, шопинг прям сюда. Да, Лилузи, сос. Окей. Человеческий альбом по настроению делится на две части, которые создают общую картину. Да, бро, да, база базированная. Спасибо большое. Спасибо большое, ребят, что погружаетесь в творчество. Спасибо, что высказываете свое мнение. Спасибо артисту за качество. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. А, давайте посмотрим сниппет Кизара. Не, бро, сниппет Кизара мы смотреть не будем. Мы посмотрим сниппет альбома, насколько я понимаю, да? Вот он, тизер. Сходим с ума, ты только чистые суки играешь. Я скажу самой буквально, веря пароль это X. Когда мне сына выйдут, потом это кейс. 2 миллиона только налом, я приму весом. Окей. Делаем ломи как раз. Сходим с ума, ты только чистые суки играешь. Я скажу самой буквально, веря пароль это X. Когда мне сына выйдут, потом это кейс. Допустим, это не тизер, говорит Лил Форен. Написано тизер. Нет, да? А есть тизер? Подписано тизер, выкачано как тизер. Сниппет язык тела есть. Ты хочешь забыть свою беспечность? Я видел, как ты смотрел язык тела. В твоей голове измены, но ты верна. Останься с ним на деньги, у меня есть средства. Ты хочешь забыть свою беспечность? Я видел, как ты смотрел язык тела. Бля, на плавном вайбе крут, да вообще. Но ты верна, останься с ним на деньги. У меня есть средства. Ты хочешь за... В общем, вот так. В общем, вот так. Спасибо большое. Спасибо большое. Ла года. Спасибо за рейд. Да, мы закончили разбирать альбом Foreign Way, который проэкспериментировал по жанрам. Если вам интересно слушать музыку, если вам интересно слушать новую музыку, и вы хотите открыть для себя что-то новое, люди, которые зашли, еще не успели выйти, потому что всем обычно похуй, когда дают рейд, они зашли, получили баллы и сразу вышли, да. Но у вас есть возможность не смотреть дальше стрим, потому что он заканчивается фактически. У вас есть возможность послушать альбомчик, да, послушать альбом Friends от Foreign Way. Треки разделены на новое звучание, на его фирменное звучание. Если что, делайте грязь, да. Бачу, конечно, ну а хули делать? Конечно же, бачу. Они сейчас быстрее ливают, да. Ну, хотя, если интересен разбор музыки, то да. Лучший трек, ты знаешь, я бы, наверное, оценил бы из новых треков что-то. Я бы оценил бы из новых. Я вот не знаю, им что, это все-таки разновидность супертрепа так или иначе, да. То, что этот электронный дарк трэп, опиум, вот эта рваная вся история... Блять, возможно, чуть другие драмки. Но тем не менее, да, есть аналогии, по крайней мере, с вайбом. Сейчас. Либо шопинг, либо хо. Вот этот пиздец жесткий вообще. Если на про, то наверное и кто? Да ебаная камера. Я вышел весь бен. Буду ген, тут только в руке экстенд. И со мной рейд, большой больный. Меня еще папаем экс. И мы еще папаем нолик. Расчел батана, как анаболик. Я пиздец по началу, мои шуты разорвы. На моих руках браслеты, но мы топ стали свободными. Просто хочу тебя еще раз, сука, я не заботлив.
Но она сказала, я мил. Все моя жизнь отлично, малышка. Почему я должен быть агрессивным? Скинем. Один на нос, дымы обузы. Не лезь на свой бизнес, а? Это, блядь, не твой бизнес, а? Не твой. Перекоды как Гиннесса. Ты пьешь пиво как Гиннесса. Ебем ее бутербразом. Твой брат скай, как будь сплэш браузер. Делаю шкррр, брат. Мне нельзя ездить, но это не градус. Да, реально остался. Короче, все-таки, наверное, шопинг, потому что здесь есть соединение его мягкого вайба и вот агрессивно-рваного, да, дарк электроника, скажем так. Да. Поэтому оценим-ка, наверное, мы шопинг. Как бы там ни было, с точки зрения бита, я думаю, что это все-таки 5, учитывая. Так, стоп. Актуальность этого звучания сейчас, да, бам, бам, да. Все эти мысли их не плюс. Такая оценка. Ну вот это рабочая, да, тема. Продюсер месяца, хит мейнстрим, да. Спасибо большое. Забрали. Спасибо большое. Интересные работы. Очень круто, блядь, отработано, мне кажется. Своего, мне кажется, он добился. Он дал интересного звучка, которого хотел. Песни, да, блядь, не то, что приемлемого качества. Вообще охуенного. Ну, типа, камон. Это не получает какие-то сумасшедшие оценки, но оценки это вторично. Часто бывает такое, что оценки, блядь, какие-то релизы даже, которые набирают меньше, мне самому больше нравятся. Просто потому, что в них есть какая-то живость и харизма. Больше, да, она может быть, чем в каких-то супер отточенных вещах. Блядь, единственный альбом Славы КПСС, который набрал 90 баллов в свое время, он не, даже на альбом года не номинировался. Потому что это очень специфическая история. Вот, спасибо большое в целом за релиз. Ждем развития. Теперь, правда, хуй знает в каком жанре. И теперь нам сложно будет говорить. Все-таки, да, немножечко размазалась харизма. Но если он закрепит это, и мы будем слушать, то я думаю, мы привыкнем к новой харизме его. Поэтому, если он желает работать на новом стиле, на разном стиле, пожалуйста, супер. Пусть прогрессирует, будем кайфовать от этого. Я думаю, что да. Сниппеты мы не смотрим, бро. Сниппеты мы не смотрим до разбора релиза, чтобы не палить себе ничего, как и тизеры и прочие всю историю. Потом смотрим конкретно, когда дропается. Спасибо большое, ребят. Надеюсь, вам это было интересно. Мне было интересно разобрать. Удивительно, конечно. Но тут, вы знаете, проблема в тех, кто разбирает этот релиз, наверное, жесткий слом ожиданий, да? Мы такие, да-да, сейчас вот это нам Foreign Way, вот это вот его стиль, вот прям ебать, и вот то, и вот это. И тут бах, короче, мы такие, ебать. И первое время мы начинаем, ну, понимать, что происходит, там, первые пару треков. Поэтому, да, сейчас стримы, короче, скажем, ну, не знаю, бро, вот успеваем, охуенно идем динамично, да, все обсуждаем, еще, блядь, клипы подставляем, всякой хуйней занимаемся. Спасибо, я кайфанул, надеюсь, вы тоже, друзья.